Здравствуйте, друзья! Снова вы на моей кухне, и у нас очередной простой рецепт. Это творожники в духовке. У меня на канале уже есть такой рецепт, но там творожники я делала на сковороде. Сейчас я немножко видоизменила творожники, добавила в них изюм и сделала в духовке. Для этого нам понадобится творог 400 грамм, творог сухой, это домашний творог, 2 яйца, сахар, будем отсюда брать 2 столовых ложки, мука 2 ложки и манка 2 ложки. Можно брать, например, отдельно муку, отдельно манку, но я беру то и то. Разрыхлитель домашний, пол чайной ложки, и ванильный сахар. Сначала мы берем емкость, туда яички, хотя правильно говорят говорить яйца. Сюда же ванилин, песок. И все это размешиваем, чтобы разбить яйца. Также сюда сразу кладем изюм. Я его немного подержала в воде. Творог у меня сухой уже. Немножко его надо помять. И сюда кладем муку и манку. И немного разрыхлителя, пол чайной ложки. И все это размешиваем до однородной массы. Итак, прошло 10 минут. Масса у нас постояла, и теперь мы будем делать творожники. Делаем небольшие шарики, обваливаем их немного в манке и кладем на противень. Противень у нас уже намазан растительным маслом. Духовка греется. Духовка у нас включена на 160 градусов. Можно делать в форме, но формы у меня нет, поэтому... Чтобы обвалять, я взяла немного манки. Я ее люблю больше, чем, например, муку. Так, духовка у нас уже готова. Ставим творожники запекаться. Итак, вот у нас получились такие творожники. Они не развалились, не растеклись. Можно их посыпать сверху сахарной пудрой. Вот такие творожники у нас. Сейчас мы их разрежем и посмотрим. Они еще горячие, конечно. Сверху корочка, а внутри вот такая масса. Они пропеклись. Ешьте на здоровье, готовьте своим близким. А с вами была бабка-пчеловодка.